осада Иерусалима – одно из ключевых событий Первого крестового похода. Пройдя по принадлежащей Византии Малой Азии, крестоносцы легко захватывают западные районы Сирии. Мусульмане раздроблены. Турки, которым принадлежат Сирия и Багдад, находятся в состоянии гражданской войны и, кроме того, враждуют с фатимидами, обосновавшимися в Египте. Многие предводители крестоносцев считают себя удовлетворенными и хотят на этом остановиться. А между тем, после 3 лет пути и лишений, остатки армии добираются до стен Иерусалима. Понимая, что время дорого и с каждым днем положение будет только усугубляться, 13 июня крестоносцы пошли на штурм крепостных стен. Поднявшись по приставным лестницам, они вступили в жестокую схватку с гарнизоном. Однако ввиду высоты и мощи стен, осажденным удалось отбить атаку. В конце июня тревожные слухи стали подтверждаться, и до рыцарского войска дошли вести о том, что из Египта на помощь Иерусалиму выдвинулась фатимидская армия.
Итак, с вдохновляемыми молитвами и церковными песнопениями, крестоносцы под насмешки и провокации мусульман устремляются в очередную, на этот раз удачную атаку. После трех дней ожесточенного боя 15 июля 1099 года в Страстную Пятницу нападающим под командованием Готфрида Бульонского удается проделать брешь в стене, после чего обороняющиеся бросаются в беспорядочное бегство. Три часа дня. Измотанные тяжелыми месяцами войны, христианские воины заполоняют улицы священного города и истребляют основную часть населения. В последующие часы Иерусалим отдан на разграбление. Неотесанные, привыкшие к сельскому быту христианские воины потрясены богатствами и роскошью города. Последние боевые действия направлены против армии фатимидов, которая с опозданием пришла на помощь осажденному городу из Египта. Конница франков буквально раздавливает египтян в Асколоне. Иерусалим принадлежит христианам, которые поручают Готфриду Бульонскому по прозвищу, признанный гробом Господним, защищать его и править им. Первый крестовый поход увенчался успехом.
в результате чего на Востоке образовались несколько государств-крестоносцев.